А сегодня Сейфулла и Василь нам поведают правила поведения спортсменов при опоздании на тренировку. Хаджима. При опоздании на тренировку есть два способа поведения для опоздавших. Первый способ применяется при небольшом количестве занимающихся, до 20 человек. Если вход в дзюдзо находится в прямой видимости инструктора, войдя в зал, выполнив поклон с возгласом «Осу», сядьте в сейдзо на колени лицом к задним рядам, закрыв глаза «Макусо». Когда инструктор обратится к вам, подойдите к инструктору, выполните поклон с возгласом «Осу», извинитесь за опоздание и спросите разрешения встать в строй. Если инструктор разрешил, вы выполняете поклон с возгласом «Осу». Затем поворачивайтесь лицом к строю, выполняйте поклон с возгласом «Осу», и какой бы вы степени ни обладали, становитесь последним в строю. Если инструктор вас не допустил к тренировке, без обсуждения выполняйте поклон с возгласом «Осу» и удаляйтесь из зала. Второй способ применяется при большом количестве занимающихся, более 20 человек, сборы, аттестационный экзамен и так далее. Также, если вход находится в отдаленной части зала. Опоздав, вы должны при входе в зал дзюдзо выполнить поклон с возгласом «Осу», применять упор лежа на сейкон, кулаки и отжаться 20 раз. После подойти к инструктору, выполнить поклон с возгласом «Осу» и извиниться за опоздание и спросить разрешения встать в строй. Последующие действия соответствуют первому способу. «Осу».